Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Ну все, закончили прицепное устройство. Это 100%. Ну, если не считать там некоторые, там, там подцепил, подкрепил еще там. А так 99,9% закончили. Вот и смотрите, что у нас получилось. Вроде бы нормально, я думаю, что мы еще проверим его на поле, как он будет работать, как он будет себя вести при работе. Как он, ну, на поле пока что. ОТК есть, как она есть. Газовое оборудование. Метан. Рассчитан работать на метане. Эконом вариант для наших фермеров. Будет, может, будет чудо-юдо какое-нибудь. Ну, состояние, как вы видели, наверное, в предыдущих сериях, роликах. Вот он, боковой, задний вид, зеркало заднего вида, камазовский. Двигатель Урал 375. ГУР. ЗИЛ 130. Еще не соединили. Соединим, иншаллах, и все будет. Все будет хорошо. А внутри кабины тоже изменили. Поставили камазовский руль. Ну, здесь еще надо будет нам убраться. Маленько все почистить, помыть. Ой, блин. Чуть не упал бы. Так, вот это нормально. Раз, сверху. Два редуктора. Работающие на метане. Вот так вот. Вот он, наш красавчик. Линда! Линда! Чайки, ко мне! Ко мне! Фу! Сидеть! 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 Молодец! Молодец! Чайк!